Всем привет! Сегодня мы будем готовить соус. Два соуса. Первый соус это на дюкана. Можете даже использовать его на атаку. Второй это будет сырный соус. Значит, будем его так называть майонез. Потому что по вкусу, по консистенции он очень похож. Значит, что нам для этого нужно? Молоко с небольшим процентом жирности. Растительное масло, любое, подсолнечное, оливковое, ну, какое вы употребляете. И дальше у нас будут идти такие приправы. Я добавлю горчицу, к сожалению, моей горчицы нет. То, что я делаю, сама закончилась. Соль, у меня будет красный сладкий перец, можете использовать черный перец, еще какие-то добавки приправы, это уже по желанию. И, наверное, я добавлю немножко лимона. И нам понадобятся весы и погружной блендер. Берем 1 часть молока. Я возьму 50 мл молока. Делайте немного, небольшое количество, потому что он долго не хранится. Там 2-3 дня, может быть 4, и потом начинает расслаиваться. 50 и в 2 раза больше растительного масла. То есть еще 100 мл растительного масла. Ух, сейчас тебе защитники дюкана. Нет, но если вы возьмете ложку этого соуса и добавите в тот же салат рыбный, ничего вы не нарушите, и все будет замечательно. Вы укладываетесь в дюкан, да? Всего должно быть 150 миллилитров. В день 2 даже ложечки такого соуса ничего вам не навредит. То, что мы готовим, это же не значит, что мы сразу надо съесть. Да. Просто этот соус проще не бывает. Все, теперь погружаем блендер и на большой скорости взбиваем. Вот, ребят, меньше минуты, и он абсолютно густой соус. Все, теперь по вкусу мы сюда должны добавить соль, специи и лимонный сок по желанию. Вот я посолю буквально там, я не знаю, вот, ну как, что я посолю, как какое-то блюдо, я не знаю, четверть чайной ложки соли, красный перец, горчицы я, наверное, положу чайную ложку. Вот так. Даже, наверное, 1,5. И сок, там, я не знаю, чайную ложку сока лимона. Этим соусом заправлять рыбный салат с тунцом. Леша оставит ссылку на этот. Салат потрясающий, просто неожиданный. Овощи с тунцом, кто бы мог подумать. И все, я опять взбиваю. Сейчас лопатку возьму. И продолжаем взбивать, чтобы все ингредиенты, все приправы соединились. Соуса получается небольшое количество, так что я думаю, за 2-3 дня вы как раз его весь и съедите. Ну, здесь уже, знаете, можно и просто лопаткой все это перемешать. Вот такой соус получился. Попробуйте на вкус, цвет и запах. Да, хотите добавить просто зелень какую-нибудь, будет тоже неплохо. Я, например, сегодня вот такой осенний салатик, помидоры, огурцы, лук, зелень заправлю. Вот буквально 1 ложка этого соуса. Это на 2 человека. Да, это тарелка на 2 человека. Поэтому делайте, это просто вкусно, замечательно. Следующий соус сырный. Это уже не для дюкана. Итак, сырный соус. Поставили сковородку на огонь, посыпаем ложку пшеничной муки и начинаем ее обжаривать до такого состояния, такой светлый беж. Вот 3-4 минутки обжариваете, вот знаете, такой будет легкий-легкий ореховый запах. И сюда мы выкладываем грамм, ну у меня здесь примерно 15 грамм сливочного масла. Масло нужно соединить с мукой, растопить. Все это делается очень быстро, огонь уменьшаем. Этот сырный соус, это абсолютно, ну, как считается, не дюкановская тема, но те счастливцы, кто дожил до закрепа, и там есть день пир, или те, кто на лестнице, там по воскресеньям пир, можете совершенно спокойно этот сыр попробовать. Так, теперь сюда тонкой струйкой вливаем 100 мл молока. Вливайте постепенно, чтобы комочки не образовывались.
Огонь на этот момент можете выключить. И все это нужно соединить, растворить до однородной массы. Вот у меня получилась достаточно густая масса. Я добавлю еще 30 грамм молока, чтобы разбавить эту массу. И теперь смотрите, чтобы никаких комочков не было, потому что потом в соусе это будет очень неприятно. Вот она должна быть такая пластичная, вот такая масса. Теперь включаем огонь. И выкладываем сыр. У меня здесь сыр чеддер. Можете использовать, в общем-то, любой сыр, который плавится. И 100 грамм у меня здесь сыра. Можете там на кусочки порезать, как хотите. Но я помельче потерла, чтобы он быстрее растворился. И все. И быстро-быстро помешивая, нужно этот сыр расплавить. Если вы видите, что у вас очень густая масса, добавьте еще молока. Если вы видите, что сыр уже, в общем-то, почти растворился, расплавился, можете огонь выключить, потому что сковорода, в любом случае, она еще горячая. Вот такая у меня получилась консистенция. Я решила, что я, наверное, добавлю сюда еще 20 грамм молока. И все это соединю. Все, у меня все растворилось. Вот сейчас вы можете, все, огонь выключили. Сюда теперь вы можете добавить все приправы. Я попробовала, мне здесь не хватает чуть-чуть, прям буквально капля соли. Сюда я добавлю черный молотый перец. И сюда очень хорошо идет мускатный орех. У меня где-то он был, но, к сожалению, сплыл. И я добавлю еще красный сладкий перец. Так, для красоты. И капельку острого перца. Много не добавляйте, прям буквально вот раз-два, две капли. Все, все перемешали. Этот соус очень вкусно, знаете, вот блюдо картошка по-деревенски, но это вот раз в год, конечно, мы можем себе позволить. И макать в этот соус, в принципе, знаете, можно любые овощи, порезать свежий кабачок, свежую цветную капусту, макать в этот соус и получите массу удовольствия. Все перекладываем в мисочку и все готово. Вот такой соус получился, в меру густой. И что, я предлагаю вот попробовать с кабачком. Все, больше ничего не надо. Очень вкусно. Всем рекомендуем. Первый соус у нас диетический. Этот у нас вкусный. Вот, всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Всем пока.